Антон Галиженков пришел на службу в МВД сразу после университета. И вот уже 10 лет он на страже правопорядка. Свою территорию обслуживания знает хорошо, рутинные задачи не пугают. О профессиональном выгорании речь тоже не идет. Все так же ответственен и отзывчив. Составляется план работы на день, и уже по нему и работаем. В том числе проводится профилактический обход, что у жилого сектора, что для участкового уполномоченного является самым главным. То есть, получается, посещаются граждане по месту проживания. Участковый из Кубинки раскрыл 18 преступлений общеуголовной направленности и 55 административных правонарушений. За свою работу неоднократно получал почетные грамоты и благодарственные письма. Но, признается, это не главное. Нести достойную службу и приносить помощь гражданам. Признание населения – самая лучшая награда. Если участковый Галиженков из Кубинки, где родился, там и пригодился, то его коллега Сергей Фролкин приехал из Мордовии и сейчас служит в Немчиновском отделе полиции. Отслужив, я приехал в Московскую область, в Одинцовский городской округ. С 16-17 года вот я служу в органах полиции. Сергею Фролкину тоже есть чем гордиться. Только в этом году он раскрыл 10 преступлений и выявил 41 правонарушение. Как и его коллега из Кубинского отдела полиции, он борется за звание народный участковый. Кажется, что конкуренты, но это не так, ведь их объединяет общая цель – помогать людям. Василиса Ивашкина, Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».